штрафуют. Девушка, а что у вас случилось? Скажите, пожалуйста. За что? За то, что вы стали по знакам. А можете, пожалуйста? Нет, он не может. Не может, ничего не надо. Пожалуйста. Ничего не надо вообще делать. Я распитаюсь. Алексей Михайлович, короче, значит, ходит одна принцесса, ходит второй царь. Люди сперва не поняли, о чем идет речь, понял? Он этим воспользовался. Ага. А потом люди расчехлились, когда он сказал, что ко мне не будет подходить и мне не будет выписывать постановление. А почему ты мне не будешь выписывать постановление? Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, почему ты не будешь выписывать? А? 251-я, будь-якие доказы. Тебе достаточно будет моих пояснений, которые я тебе дам. Тебе надо, ты когда начнешь розыск справа, тогда я буду давать свои пояснения. У меня еще есть 268-я. Я должен адвокатом воспользоваться. Понимаешь? Значит, если я вас сейчас тут увижу, и вы будете разводить людей, будут большие проблемы. Будете разводить людей. Вы будете. Я хочу, чтобы вы. Еще раз говорю, я хочу. 62-ю конституцию или доказано, что это девчина в какое-то криминальное правопорушение. Я не пойму. Что значит разводить? Разъясните ему 62-ю. 64-ю, 68-ю. Какую хотите? Ты знаешь, что такое 62-я? Доказано, что я сегодня в каких-то криминальных правопорушениях. Почему вы не обвиняете, что я людей развожу? Скажите, смотри, пожалуйста. Ты подошел. Скажите еще раз, пожалуйста, ответь мне на вопрос. Я вам конкретно вопрос задаю. Что ты значит подошел разводить к автомобилю? Людей? Вы доказал это. Ты это подошел... прокуратура доказала, суд доказал. Рот закрой, когда а вы, я с тобой... Рот закрой. Четко и ясно выясняете. Рот закрой, когда я если с тобой разговариваю. Если вы претендуете на того человека, который может объяснять людям, помогать им, пожалуйста, тогда будьте конкретны. Не надо обвинять меня в том, что я не совершал. Я говорю, ты людей. Разводишь людей на постановление. Я не развожу людей. Я четко и монотонно тебе говорю. А я вам четко монотонно объясняю. Послушай меня, пожалуйста, ты... подходишь к людям и говоришь. И выписываю постановление. И выписываешь постановление. Выписываю то, что должен делать. Правильно? А розыск справы ты должен проводить? Я проводил розыск справы. Я провел. Они сказали нет. Они сказали. Что такое розыск справы? Я зачитал права, я пояснил им суть правопорушения. Сказал, где это отбывается. Что еще? А то бишь ты не мог подойти и спросить, вы ставили сюда или не ставили. Человек... Я подошел, зачем мы здесь остановились? Люди сказали, что мы остановились здесь на минуточку. Только сейчас мы уже выезжаем. Так, и ты решил их чпокнуть, правильно? Решил. Ну, в прямом смысле. И ты решил, а я тебе знаете, сказал. А вы знаете, по 334 можете процитовать? Ну, вы же, а ты ДСТУ же... знаешь по 334? Ты знаешь ДСТУ там, по 42-00? У меня есть пункт правил 334, он забороняет зупинку. Что? А закон о дорожном движении ты знаешь? Часть вторую, статью 16 знаю, конечно. Закон о дорожном движении. А я вам сказал, часть вторая, статья 16, знаете? А ты ее там можешь зацитировать, что там хоть написано? То есть, могу, конечно. А ну зацитировать. Да я тебе потом ДСТУ зацитирую. А я вам зацитирую статью. Подождите, а вы водителя уточнили, каким путем он сюда попал? Какого водителя? Самого, ну любого. Ну который ты только что выписал. А есть видео? Я вам хочу сказать, смотрите. Камера села. Если сделать подойдите, маневр... Пожалуйста, зафиксируйте, что камера села. Камера не пишет. Если совершить маневр... Я знаю, разворота, да, конечно. И не увидеть вот здесь сразу совершенно завершить. Совершенно верно говорите. Человек оттуда ехал. Я знаю, если бы человек дал пояснение... А сказал, ты ему дал возможность? Ты ему дал возможность. Я у него спросил, есть ли клопотание. Он сказал, клопотание немає, вы разумеете. Человек изначально у вас не просил помочь. Что там, молодой человек, они пристали к вам или что? Они. Полицейские. Я разрешаю, можете здесь парковать. Я вам разрешаю, я вам помогу, если что. Все, камера уже не снимает, села. И что теперь? Это чьи проблемы? 10.26 нарушаем, ребята. Переносим, мы не нарушаем, мы переносим. Камера технически не да, мы перенесем розыск справа. Я говорю, мужики стоят, ничего вам за это не будет, поверьте мне. Буду снимать камеру, будем проводить розыск справа, на разе. Тогда у тебя здесь не работало ничего. Вот шак... Вот какие вы шак... А можно вашу фамилию узнать? Там его, к сожалению, приняли, но есть уже ветер? Более свежие, которые говорят... Ну, у нас не прецедент. А можно увидеть, что вы ветер? Поэтому есть такие решения... Ну, я правильно на русском говорю? Не, мало ли, может, я... Какие ногти красивые. А вы можете показать ногти? Ну, в салоне красоты. Ну, вообще-то я рекламу сделаю. Бесплатно. Так, Витер Валерия Викторовна, 30-34-88. Вы не против, что я снимаю? Вообще умница. Вот видишь, претензий вообще нет. На будущее, чтобы не было жалоб,
Лучше не делать тех поступков, которые делает он. А вы же как-то по личному составу? Да. Да? Да. Представьтесь, пожалуйста. Кого? Представьтесь, пожалуйста. Вадим Николаевич. Ну, удостоверение. Покажите, пожалуйста. Согласно какому закону? Не, абсолютно никакому закону. Вы подошли с какими-то... Ну, я личный мониторинг ваш, я личный мониторинг. Личный мониторинг? Да, личный мониторинг. Я знаю в лицо наше руководство. Например? Без примеров. Ну, видите, не знаете, а я вот знаю. А зачем мне вам рассказывать, если вы... Не, вы понимаете, что вы тут заведомо выносите постановление, заведомо, ложное. Я еще раз вам говорю, вы инспекция по личному составу? Да. Да. Да? Да. Да. Приступим к работе, будем нести службу. Ну, попробуйте вынести кому-нибудь постановление. Я говорю еще раз, вы инспекция по личному да, составу? Да, я сказал. Да? Да. Вы сюда слабо в это верите. Вы хотите проверить? Нет, проверять нет. Ну, видите, а я вас проверяю. Проверяю то, что вы несете не это так службу. Знаете, несете не знаю. Так службу. Подождите. Давай, иди, выписывай постановление. Так вы что делаете там? Принос права. Вот, мониторинг, но вы не должны так с нами разговаривать. Давай, иди. Указывать нам. А вы другого языка не понимаете. Давайте мы с вами на таком же языке давай. Собачьим будем разговаривать. Я а считаю, вы собаки? Это собачий язык. Вот вы собаки? Вы сейчас разговариваете так. А вы к людям не как к собакам нет, относитесь? Нет. А как вы относитесь? Вы показали, что где человек конкретно припарковался? Ни одного видео нет. Под общее, ни под одного общее видео нету. Ни одного. Даже не будет доказательств, как человек паркует. А? С начала до самого конца? Да. 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 Понимаешь? Я за людей, а вы против людей. Подошли, развели на постановление и все. Это благо человека. Раздуплился, что его разводит вот это вот. Товарищ, человек, развести людей. На постановление, на деньги. Что такое, я еще раз говорю, развести? Втереть дичь. Вот вы ему в голову втерли? Давайте собачьим языком объясните человеческим нормальным языком, разложите по полочкам. Юридически, что такое. Да, юридически. Рассказываю. Если вы подходите к человеку. Да, зарекомендовать компетентным слушайте, человеком. Слушайте меня внимательно. Вот покажите, послушайте, я вам рассказываю. Да. Послушайте. Вы подходите к водителю. Да. Может быть, не представляетесь. Может, представляетесь. Говорите. Вы нарушили пункт правил... Мы не говорим, что вы нарушили, я підозрюю, чи ні, один правопорушення. Я питаємо, що ви робили. Так, є підозра, понимаете? Неправильно говорить, що человек нарушил. Мы говорим, є підозра, чи ні, один правопорушення. Так, є підозра. Ми ставили машину, человек говорит, ставил. Если человек я не ставил... А когда? А у знака есть там, скажите... А у человека можешь же сказать, дать пояснение о том, что этот автомобиль был припаркован, допустим, вчера вечером, смотрите, а сегодня он пришел и его забрал? На русском продолжаем, да. Если у нас на площади Конституции есть время действия знака, и там можно поставить ночью, а потом забрать, то здесь зоны действия знака по времени нет. А теперь я по-другому вопрос скажу. Откуда вы знаете, что этот человек припарковал вчера, еще сегодня? Раз, подождите, я подошел к человеку и сказал, зачем вы поставили автомобиль? Он говорит, я поставил, мне срочно надо было, я... поставил и все. Мне надо в аптеку, мне надо в магазин, мне надо булочку купить. А запрещено? Больше не меньше. Булочку покупать не запрещено. Запрещено становиться? Под знаком нельзя становиться. А нельзя. Я скажу, что можно. Все транспортное средство да. останавливается да. В пределах зоны действия знака 3.34. Да. Остановка запрещена. Да. Водитель глушит машину, решает водитель. Водитель это человек, который управляет транспортным средством. Когда транспортное средство он заглушил, он перестает быть водителем, правильно? Сказочный, да. Ну, он перестал управлять транспортным средством. Это такси? Это аварийная служба? А там что значит, про можно? Это написано? Что значит можно? Там конкретный перечень. 334, если вы знаете, там написано конкретный перечень, кого можно. А ну покажите мне. ПДД показать? Есть, вы же роль отправы как-то проводите? Или вы со своих уст пытаетесь человеку донести его правонарушение? Ну, вот я справа я проводил покупал, правильно? Вы ему в ПДД показывали, что это вообще знак? А у нас водители все правильно получали права, учились, им не нужно показывать. А скажите мне, пожалуйста, а вы ДСТУ читали 42.00, как расположение знака 3.34 располагается? Читали? В смысле, ну конкретно. Ну там есть расположение знака. Вот расположение, он согласно ДСТУ установлен на определенной высоте. На какой? Сколько там высота? Там нету 6 метров.
вот метра 4 есть. Там нету, еще раз говорю, зона действия. Зона действия от и до. Зона действия располагается на ту проезжую часть, над которой он установлен. Там четко и ясно написано. Где? На тротуаре? На тротуаре? Он установлен там, где я установил. На тротуаре? Я вопрос задал. Послушайте, я установил КП-сигнал. А вы рапорта написали, чтобы вам дали ответ, правильно они установлены там или нет? Вы дали? Я здесь работаю, наверное, уже вторую смену. Нет, рапорт я не писал. А почему вы не написали? Может, здесь нарушение идет какое-то? Может быть. Со стороны КП-сигнал. За это должны, если есть нарушение, отвечать должны полиции КП-сигнал. Ни больше, ни меньше. Они должны. Вы БДРу дали рапорта? Нет, чтобы БДР разобралась? Нет, не давали. Почему? Если. То бишь, я еще раз подтверждаю свои слова, то, что вы занимаетесь разводом. Я вам просто тут объясняю, тут знаки стоят не по ГОСТу. Они стоят, они должны висеть на той проезжей части, над которой становится автомобиль. Вот это будет правильно. Здесь я уже не могу никак вам сказать, что, ну, вы не правы. Но у меня есть еще одна лазейка, даже если будет знак висеть 334 над проезжей частью. А я вам говорю, что вы пользуетесь только лазейками при своей работе. А вы пользуетесь своими служебными полномочиями, которые вы их превышаете. Одел форму, значит, если превышаете. Ну, при том, я тебе сказал, вы подойди. Суд, еще раз, я вас сказал, вы прокурор или вы суд? Что значит превышаете? Да я хуже, чем прокурор. Вы не хуже. Я хуже. Я хуже, вы чем прокурор. Вы Украины, вы не хуже. Я хуже. Я хуже, еще раз объясняю. Подождите, а вот 62-й статью Конституции цитировали, правильно? Ну. Получается, если гражданин любой за рулем сидящий говорит, что он ехал оттуда, да, не припарковался здесь, то вы говорите, что вы, в принципе, верите. А известна вам позиция та, что вы, как посадовая особа в рамках упроваджения, завязаны до ВСТ. А то, что человек говорит, я нарушил, не является доказательством. Это знали вообще? Опача, скажи сложно. Скажи сложно, когда юридический человек подкованный и может дать на твое одно слово 100 правильных слов, на которые ты не сможешь дать ответы правильные. Давайте, поэтому давайте, я попрошу. У нас есть статья 92 Конституции, там есть пункт 20. Я не знаю, знаете вы или нет. Там, да, у нас написано, что люди у нас выедают гид на законе. Я не знаю, знали вы этого или нет. 20 статья Конституции Украины. 20, пункт 20. И вот там четко написано, что у нас ответственность сидит на законе. У нас есть законы, у нас есть КУПАП, сидит на каком... Что такое КУПАП? Кодекс Украины про оборудование. Это закон? Это кодификованный. Кодификованный. Так, да, кодификованный. И у нас есть, будь ласка, сидит на правдорожного, у нас есть знак встановленный. Це, вопрос, згідно ДСТУ? Правила розроблялися згідно чинного законодавства, саме виймалося згідно про закону України про дорожній рух. Тому Діма, ми в рамках власних повноважень не порушуючи діючий закон. Тому коли ви говорите, що ми перевищуємо, ми не перевищуємо. Я говорю перевищую. Згідно Конституції. А я вам говорю, що ми Діма згідно Конституції, я вам сказав конкретний пункт. Якщо чоловік не звертається до нас і сам говорить, що я порушую, то він порушує. Добрий день. Привіт. Якщо чоловік говорить, що я що не там, справ, порядок? Що я бачив знак, я розвернув. Що там, знак, скільки постанов виніс? Коллега, с мониторинга? Да. Ты уверен, что он с мониторинга? Да. Ну, вы знаете, вы же говорите, что вы сотрудник мониторинга. Он с мониторинга? Да. Ты уверен, что он с мониторинга? Ну, вы же уверены. Но ты не обманываешь, правильно? Вы говорите, что вы с мониторинга. Вы должны его знать, что я знаю. Ты сказала, что он с мониторинга. Я не говорила абсолютно. Ты говоришь, это коллега с мониторинга. Я сказала, это наш коллега. Я не говорила с мониторинга. Вы же не полагаете. Вы когда подали запрос, они ответили, что они же тогда ответили. По-моему, по 46-й был запрос адвокатский, и Конституционный суд ответил, что мы не разглядаем справы. Они не субъекты. Да, адвокаты, да, не они, субъекты. Да, инициирование данного вопроса. Да, вот я читал это решение суда. И тогда Конституционный суд ответил, что мы будем разглядывать только решение. Совершенно верно. А если обратиться в компетентный орган, то совершенно согласно данной Конституции нормы лишат данного деяния у полицейских. Поэтому этого не делают. Мы же это все понимаем. Ну, я один закон и инший закон. И ци, и полицей, главенствующая законы, конституция. Я разумею, да. И полицей, законы, это что у меня вот этот ролик выйдет еще тоже с этими. А, даже вышел. Вышел. Где они такую дичь втирали, что просто. Вы все?
Давай, короче, это... Давайте беги быстро, чтобы пятки сверкали. Давайте вы будете общаться с нами культурно и вежливо. Как с людьми. А давай ты не будешь... А вы не будете ты не будешь разводить людей на постановление. Давайте вы не будете так и общаться. Я от тебя отстаю. А не надо от меня отставать. Я от тебя отстану и даже тебе грубого слова не скажу. А вы не говорите сразу грубых слов. Мне нравится, как общается человек. Он общается красиво, правильно, вежливо, юридически грамотно. Вы общаетесь, как будто я не знаю, где. Понимаете? Я общаюсь с собаками. Как я, вы... я их не вижу. Я вижу. Я тебе просто, сказал, когда ты начнешь делать людей. По и закону. Вас все будут уважать. Вас же не все уважают, правильно? Да мне твое уважение не нужно, как и мое вам. Я про свое, да. Понял? Мне вообще посараю, как и вам, посараю на меня. Половина из вас обижена на меня из-за того, что вы не можете сделать все по закону. Не можете. Кто там на вас обижен? А ты что, на меня не обижен? Нет, абсолютно, я абсолютно нейтрально к вам отношусь, пожалуйста. Да и нет, да, как бы? Да нейтрально, ну у меня... Ну и правильно, да и нет. Вы пожалуйста, вы делаете свое дело, я делаю свое. Вот моя нейтральная позиция. Я делаю свое дело, вы делаете свое. А давай сделаем наоборот. Ты сделаешь все в рамках закона, и я тебе даже плохого слова не скажу. Ты проведешь розыск правой от А до Я, а возьмем пример на мне. На мне. Mm-hmm. Если ты проведешь нормально, и у тебя получится в двухмесячный срок выписать мне постановление, привлечь к ответственности, я тебе отвечаю... Я на камеру скажу, что ты самый классный полицейский. Пожалуйста, у нас есть беспечное место, там все раз припаркуетесь, и кого будет сажать, то надо все... А при чем тут беспечное место? При чем тут беспечное место? Там мне все равно, какие у тебя доказы будут. Хоть беспечное место, хоть нет. Я говорю, розыск справа проведешь, как была, я тебя отстаю. Договорились? А теперь по-быстрому, чтобы пятки сверкали. Еще раз, перестаньте, пожалуйста, потому что я могу то же самое сказать. Давай, перестать, скажи. Уважительно, пожалуйста. Ну скажи, прощайте. Скажи. Пожалуйста, тоже. Садитесь в автомобиль, прекращайте правонарушение и... Подожди. Припарковывайтесь без правонарушения. Чего ты взял, что я его... Я не видел, стоял спиной, я не видел, перестал. Я вас прошу, я знаю, что вы катаетесь на этом автомобиле. Это не ездите. Тот автомобиль. Я знаю, что вы на нем ездите, это пожалуйста. Это не тот автомобиль. Если у вас есть возможность, перепаркуйте его там быстро. Там а? Да, в том-то и дело, там прикинь. Прикинь? Тогда видите, вот ну вот видишь. Вот это нет у меня что. Стоит в зоне действия знака, смотри. Нет, вообще. Вообще. Автомобиль не может слиняться его часть, а он должен быть ну, вот он, да, вот если бы был в Америке, он подошел полицейский и сказал бы... Да мы не в Америке, ну. К сожалению. Ну мы не в Америке, ну не будет так, как в Америке. К сожалению. У вас еще... У вас мозгов не хватит, чтобы быть американцами. Ну, может, на стажировку хотя бы. Шерифами американскими, ёперный театр. Ну, вы скажите, пожалуйста, вы меня оцениваете? Или да. Вы знаете мой IQ, или знаете, как я сдаю? Ну, я думаю, у тебя IQ не настолько велико. Я вас понял, 136. А можешь показать, что оно тебе 36? Ну, это обычный тест Тьюринга. Только быстренько, чтобы пятки сверкали, ребята, не вижу искры. Давайте по быстрецу. И вы, пожалуйста, максимально быстро перебирайте. А я, к сожалению, не выполню то, что вы сказали, а вы выполнили уже. Выполню, давай по-быстрому беги, я тебе сказал.